победа! Вот она, ребята! С открытием сезона вас, друзья! Собрал я мотик. Короче, выехал. Все, ништяк, все по кайфу. Мне все нравится. Вот она, моя любимая Хондочка. Она мне дарит такие эмоции, блин, что я от них просто скажу с ума, ребята. Аппарат просто лютый. Литр, литруха, пушка, гонка. Это что-то с чем-то. Ребята, блин, а как я сегодня вообще прям рад, пацаны. Ставьте лайкосики, лайкосики, ребята. Поддержите меня. В общем, ребятки, наконец-то собрал мотик. Наконец-то, ребятки, выехал. Наконец-то, ребятки, прокатился. Наконец-то, ребятки, я свободен. Словно птица в небесах, или как там в песне поется. В общем, ребятки, я реально свободен. Вообще прям просто лють какая-то происходит. Вот она, моя девочка. Наконец-то, пацаны, наконец-то. Вообще прям я не нарадуюсь. Это да. Это, ребята, смотрите, как газовал. Короче, прям бернаут, ребята, делал. Смотрите, откуда бернаут. Покрышку надо притереть. Да это я угораю, пацаны. Это просто какой-то след. В общем, вот так вот, ребята. Собрал я мотик. Короче, кайфую. Все, ништяк. Зацените звук, пацаны. Работает, прям такой бас стоит. Такой прям кайфовый, ребят. Вообще, вот этот звук получился просто лють. Звучок, конечно, получился вообще прям по красоте. Так, что я еще сделал? Помимо банки, ребятки, здесь все проклеил, короче, шумкой. Вот у меня шумоизоляция, короче. Сколько, 4 миллиметра, что ли? Четверочка, да, проклеил везде все, где вот эти вот выступы идут, ну, в общем, где заводские места, даже, блин, вообще до хрена, где проклеил, где расстояние уже прям чуть-чуть до пластика, там наклеил два слоя, в общем, все ништяк, все по кайфу. Также проклеил нижний пластик, тоже вот этой шумоизоляции, она шумов, короче, СТПшка на алюминиевой основе, да, такая хорошая, прям жесткая. И вот прям ей вообще прям, ну, нормальненько она клеится и нормальненько так защищает, да, пластик. И он не покоробится уже. Ну и все, ребятки, вот такой вот у меня рассказ. Ну и все, ребятки, более подробный обзорчик я запилю вам, ребят, чуть попозже, когда мотик помою. Сейчас он маленечко грязный, да, маленечко, ну, вид у него чуть-чуть, ну, грязноватый, конечно, помыть, отполировать осталось его. И все, полирнуть, так сказать, конкретно прям, да, и все будет чик и бомбони, ребят.